Здравствуйте, друзья! Рубрика «Читает автор». Меня зовут Патов Сергей. И я хочу поделиться с вами своим стихотворением и размышлениями. А что же у нас в новом году происходит в новогоднее утро? Ведь мы же все мечтаем именно в 12:00, когда один день заканчивается, а другой начинается, что свершится чудо. И как всегда, в сказках с детства я помню, чудо заканчивается утром. Кукарекает петух, заканчивается сказка, а что же продолжается? Вот об этом я хотел бы с вами поговорить. Новогодняя ночь отзвучала, пролетела фейерверком хлопушек, предрассветной заре растворилась блеском елочных новых игрушек. Все желания озвучены вслух, тосты также уже отзвучали. Вот уже кукарекал петух. Добрым утром. Мы в самом начале. Новый год наступил. Что нас ждет, мы, конечно, об этом не знаем. Но давайте чуть-чуть помечтаем. И на все, чтобы хватило нам сил. С Новым годом, друзья!